Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Как я и обещала, новая распаковка. По времени они будут меньше, но, надеюсь, будут выходить почаще, потому что здесь на даче грузить несколько часов длинной распаковки, да и ни к чему они. Отвечая на частый вопрос, скажу, посылки ко мне все приходят, заказывать можно, а по поводу оплаты я под каждым видео закрепляю комментарий, где вы можете посмотреть, как сейчас оплачивать покупки на AliExpress. Ссылочки на товары, как всегда, под видео. Поехали! Эту посылочку из Белгорода наверняка узнали те, кто меня давно смотрит. У меня для вас две хорошие новости. Первое, я все-таки научилась скрывать коробочки от Почты России, или они сделали их более удобными. А вторая, магазин парфюма P de Paris снова в строю. Какое-то время они не работали, но вот наконец-то снова заработали. Как всегда, декларация о соответствии парфюма прилагается. Все упаковано очень хорошо. У нас был момент, когда один раз парфюм пролился, но в этот раз все замечательно. До Москвы посылка шла 4-5 дней, достаточно быстро. Так что можно заказывать к праздникам, например. Перед вами весь ассортимент магазина P de Paris. Флакончики 100 мл бывают в стекле и пластике. Это мой любимый аромат Cheruti 1881. Я его все время беру, очень люблю. Следующий флакончик тоже 100 мл, но в пластике. Такие флакончики я беру для того, чтобы бросить их, например, в сумочку. Это Encanto Shine. Мне очень понравился этот аромат, я первый раз его беру. Знаю Charms от этой же фирмы, тоже очень классный. Эти флакончики 50 мл, Bright Crystal от Versace, тоже один из моих любимых ароматов. И вот такие пластиковые флаконы очень удобно положить в сумочку, например, и носить с собой. Они не тяжелые. А вот такие флаконы стеклянные хорошо взять на подарок, например. Или у меня, например, то, что просто стоит дома. Тоже взяла Libre, вот такой аромат, первый раз попробовать. И тоже мне он очень понравился. 30 мл флакончики бывают только в пластике, в стекле таких не бывает. И вот этот тоже для меня новый аромат, для роз, очень мне понравился, прям пахнет действительно розой. А это мужской аромат Sauvage от Christian Dior, незабвенный, очень его люблю, все время беру мужу. А это автопарфюм. Новинка, в прошлый раз я вам уже такой показывала, 8 мл. Я брала такой парфюм и повесила его в шкаф, и мне очень нравится, как моя одежда пахнет там. А этот я намереваюсь повесить все-таки в автомобиль. То есть можно повесить куда захотите, и он будет источать приятный аромат. Вот эту пластиковую штучку снимаем, сюда накручиваем, и все, и подвешиваем за вот эту веревочку. Смотрится очень здорово, флакончик красивый, так что в автомобиле тоже будет все замечательно. Не в первый раз я беру эти ароматы, очень они мне нравятся. Ссылочку найдете внизу, переходите на сайт. Здесь вы можете выбрать любой аромат, цена фиксированная. Также магазин проводит акцию. Заказываете 4 аромата, и один из них будет в подарок. Сбоку есть меню. Здесь вы можете найти женские ароматы, мужские ароматы и автопарфюм, который я вам только что показывала. Для того, чтобы понять, какой это тип парфюма и какие ноты в нем присутствуют, вы просто нажимаете на картинку, и здесь есть полное описание. Объем флакона также можно выбрать на главной странице. Вот смотрите, 30 мл, 50 и 100 мл. Цена указана за пластиковый флакон. Если вы хотите в стекле, то это плюс 300 рублей к цене. Как и заявлено, на теле ароматы сохраняются 24 часа, на одежде написано 72, но на самом деле больше. Мне очень нравится. А в этой посылке пришли наушники для моей дочки. Это беспроводные наушники Tronsmart. Она купила их себе сама
накопила. Я вам уже показывала их. У нас такие тоже были с мужем. Очень хорошие наушники, мне нравятся. Упаковка классная, в подарок взять тоже милое дело. Ну, давайте посмотрим на них еще раз. Наушники – это вкладыши без шумоизоляции. Конечно же, зарядный бокс и вот такая индикация огонечками. В этих наушниках очень хороший микрофон. Это вот мои старые, я показываю для сравнения. А это чехол силиконовый. И отдала я ей свой, потому что перестали почему-то выпускать на эти наушники чехлы. Я спрашивала у продавца, он говорит, даже не знаю, будет ли снова производство этих чехлов. Ну, а здесь у нас вся документация. Шнур. Здесь USB, USB-C и вот такая простынь, мы уже видели ее. Здесь разные языки и хороший технический русский язык, все прекрасно показано и все понятно. Такие наушники я брала не раз и в подарок, и мои подруги через меня заказывали, и в общем-то все довольны. Ну вот он, да, этот кабель USB и USB-C. Работают они тоже долго, часов, наверное, 6 без подзарядки. Ну а подключается, конечно же, через Bluetooth, но вот у них как раз есть особенность, как и у всех Tronsmart'ов. Вот мы их здесь находим, там вот уже мои подключены. И когда подключаешь эти наушники, он предлагает создать пару. Пару надо создать. Здесь я долго ждала, когда он предложит, но во время видео он мне так и не предложил это сделать. Но впоследствии все-таки окошечко это появилось, и пару эту нужно создать. Также, кто не знает, рассказываю, что наушники можно переименовать в телефоне, чтобы понять, какие именно. Потому что, видите, получается здесь и мои подключены, и ее. И чтобы не спутать, какие именно, вот так вот это делается легко и просто. В общем-то, хорошая модель именно эта у Tronsmart, потому что были вот черные, я вам тоже показывала, капельками. Они очень неудачные у них, прямо очень, то есть там один наушник отваливается у всех и постоянно. А эта модель прям удачная и популярная, и склад в России, так что приходят быстро. А это мини-сборная посылочка, здесь всего два товара и тоже для моей дочки. В первой посылке пришли топы. И я надеялась на жаркое лето, как в прошлом году, но, к сожалению, пока нас лето не радует. Надеюсь, все-таки как-то погода разгуляется, чтобы можно ходить было вот в таких коротеньких топах. Хорошее качество, мне понравилось. Единственное, что я думаю, что вот эта надпись на топах, скорее всего, при стирке будет стираться. Ну, а здесь все написано по-китайски, особо ничего не поймешь. Размер, по-моему, на этих топах есть какая-то размерная сетка. Широкая здесь резиночка внизу. И вот да, здесь просто какая-то наклейка, которую, ну, чаще всего они облезают. Вот. А в принципе, качество самого материала хорошее. Сейчас мы с вами найдем состав. Но тянутся они хорошо и к телу очень приятны. Достаточно плотный здесь материал. Почему делаю на этом акцент, узнаете чуть позже. С обратной стороны выглядит как борцовка. Беленький, на мой взгляд, смотрится понежнее с этими розовыми буквами. Loves написано на ней. Ну и все то же самое, как и у черного. Размер совершенно такой же. Ну и вот я наконец нашла состав. 95% хлопок и 5% спандекс. Сейчас она продемонстрирует вам, как они смотрятся. Вот так вот. Коротенькие, хорошие, на велосипеде очень удобно кататься на даче. В общем-то, я довольна. А в следующей посылочке тоже топы, но это уже нижнее белье, то есть такие вот бюстгальтеры для девочек. И, судя по этикетке, это та же фирма, но продавцы это разные. Эти топы стоили 77 рублей, когда я их покупала, а сейчас я посмотрела 116. Видимо, стали брать, и они решили увеличить цену. Так вот, здесь очень-очень нежный материал. Вот эти вот кружавчики, ну просто прелесть. На ощупь прям вот, ну, нежнятина. И сам материал потоньше. Хотя состав
точно такой же, как и у тех. 95% хлопок и 5% спандекс. Просто они сами по себе потоньше. Это резиночка. Не тугая, очень приятная к телу. Ну и я взяла все 4 цвета, которые были у продавца. Беленький, розовый. Ну вот здесь вот, да, все то же самое, естественно. Голубенький очень тоже классно смотрится. И вот такого телесного цвета. В следующей посылке пришел рюкзачок для моего сынишки. Вообще очень интересная посылка, я вам расскажу сейчас. И он все время что-нибудь складывает, когда идет свои вещи, поэтому вот такой рюкзачок ему небольшой понадобился. Ну, в общем-то, ничего особенного. Материал водонепроницаемый. Вот такая расцветка. Расцветки разные у продавца. Здесь кармашек у него маленький, вот здесь спереди. И большой основной карман. Очень вместительный. Что-то, наверное, около 10 литров. Примерно этот рюкзак. Так вот, я, конечно же, заказала такой и дочке, потому что ей же тоже надо. Им все в двойном размере, только красного цвета. И продавец выслал сначала этот. И где-то, наверное, через неделю, а то и через полторы, только второй. Не знаю, почему так. Может быть, просто не было цвета. Не знаю. Пришли они в разное время и в разных посылках. Этот пришел отдельно. Ну, вот здесь не очень аккуратно подшиты. Ну, видимо, вот эти лямочки. Ну, а в целом хороший такой небольшой рюкзачочек. Ну, а это сборная посылка. И я еще раз вам показываю, как открывать на камеру такие посылочки. Снимайте, пожалуйста, свои посылки. Если вдруг что-то не положили, у вас будет видеодоказательство. Все посылки вынимаем и сминаем вот этот пакет для того, чтобы показать, что больше там ничего не было. Тогда вы сможете выиграть спор. И вот как раз в этой сборной посылке вот этот второй рюкзачок для дочки и пришел. Причем, кстати, обратите внимание, что по цене они разные. Красный рюкзачок стоит дороже. Но вот сейчас я посмотрела, они как раз подешевели. То есть, если я брала-то за 471, сейчас это что-то в районе 360 рублей стоят такие рюкзаки. А в этой посылочке пришли игрушки для моих детей. Это парашютисты. У меня, я помню, в детстве был маленький парашютист, он мне так нравился. И я, когда увидела, решила взять. Продавались они лотом, вот 4 штучки. Высылает цвет рандомно, но можно у него купить и по одному. Ну вот я взяла для развлечения на даче. Вот такой интересный парашютист. Сейчас мы откроем, посмотрим. Кстати, тоже они подешевели. Вот сам парашютист и такой вот прям мощный парашют. Потому что у меня-то был какой-то там вообще какая-то тряпочка, по-моему, несусветная. А вот этот прям вот, посмотрите, и сетка здесь, и в общем-то. Но потом я задумалась, откуда его все-таки запускать. Надо будет посмотреть, как со второго этажа на даче он будет лететь. В общем, хотела вам продемонстрировать, но, как выяснилось, забыла в Москве. Муж привезет, мы вам обязательно отснимем тест этих парашютов. И я это видео размещу в своем телеграм-канале. На обратной стороне упаковки я вот нашла какую-то инструкцию. Что-то, смотрите, здесь нужно его как-то потянуть, что-то сделать. В общем, буду разбираться, когда мне их муж привезет. И все-все вам обязательно покажу и сниму. А в следующей посылке товар, за которым мы с вами пристально наблюдали, когда мониторили цены во время того, как прыгал доллар. Я взяла для интереса. Это зубные щетки для детей. Силиконовой. Но мне почему-то казалось, что здесь какой-то должен быть механизм поворотный. А оказывается, это просто вот такая силиконовая штука, которую нужно водить по зубам. Мы вам продемонстрируем, как это делается. И знаете, детям так понравилось, они сейчас чистят ими. И чистят довольно прилично, то есть хорошо зубки очищаются. У этих щеток есть размеры. То есть вот это я взяла своему сыну, а это дочке побольше, там по возрастам. Не перевернула вам при распаковке, вот здесь есть рисунок, вот такие забавные пингвины, и на розовый тоже. Ну а вот теперь сыночек покажет вам, как он ею пользуется. Вот так вот он наносит пасту, там такой специальный желобок, паста туда проникает, и он начинает чистить. Вот так засовывает ее в рот и крутит.
И, в общем, очень и очень удачно это получается. Зубки я проверяла, действительно все чистые, причем и снизу, и сверху. Ну, в общем-то, я довольна, дети тоже чистят сейчас вот именно этими щетками. А это посылочка в продолжение зубной темы. Это пришли зубочистки. Помните, у меня был аппарат для чистки зубов, так я и не выложила тестирование, сниму, обязательно выложу. И там в наборе были вот такие зубочистки, и они мне очень понравились, очень удобно. То есть здесь зубная нить, а с другой стороны вот такая остренькая штучка, которую можно тоже из зубов вынимать. 50 штук. У продавца продавались они 100 штук лотом, ну вот два пакетика. И вот эта посылка тоже такие же зубные щетки, но в коробочке. Я специально взяла в коробочке для того, чтобы потом зубные вот эти вот зубочистки складывать в эту коробочку. Но что-то я посмотрела, вот они абсолютно одинаковые по размеру, то есть все туда влезет, но тут так уложено, что у меня какие-то сомнения, смогу ли я вот так же уложить эти зубочистки. Ну, в любом случае, коробочка есть, как-нибудь-то я уж их положу, чтобы они все-таки не мотались в пакете, а были вот так вот удобно в коробочке. На просторах AliExpress мне попалась вот такая интересная игрушка. У меня сынок любит всякие головоломки, вот такие необычные вещи, и поэтому я решила взять и посмотреть, что же это такое. Мне она напомнила, помните, были такие, как для проездных, с одной стороны вот одна полосочка, с другой другая, и они во все стороны открывались. Вот здесь такой же принцип. Вот такая лесенка, у продавца есть видео, там по-разному в нее играют. Сыночек мой, конечно же, вам продемонстрирует. Вот такая яркая, интересная, забавная игрушка. Я ее тоже тут покрутила, повертела, но сейчас он нам покажет, как он с ней играет. Вот так вот он ее распрямляет, и одна из этих штучек спускается по всем остальным. Мне тоже нравится вот этот эффект. Там можно разные вещи с ней делать. Вот он так быстро и ловко с ней расправляется. А я нашла еще одну интересную игрушку, заказала. Скоро она придет, и я вам обязательно ее покажу. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Конечно же, я приглашаю вас на свой второй канал «Читаем ушами». Там я начитываю книги для взрослых и детей. Кто любит это дело, добро пожаловать. Ну и, конечно, я желаю вам удачных покупок. Никаких проблем с оплатой нет, так что смотрите закрепленный комментарий, приходите в телеграм-канал. Ну и всего вам хорошего.